Друзья, всем привет, на связи IT-Doc. Столкнулись с проблемой, что на iPhone не работает Siri? Пытаетесь включить опцию «Привет, Siri», но виртуальный ассистент не реагирует? Не стоит беспокоиться, смотрите это видео, и вы узнаете, что делать, если на iPhone не работает Siri и как устранить эту проблему. А если хотите быть в курсе всего происходящего в мире Apple, тогда обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Да, ребята, заходите в наш Telegram, ссылку смотрите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем на iPhone. Итак, если Siri на iPhone не отзывается на голосовые команды, делаем следующее. Проверяем, есть ли сетевое подключение. Siri нужен интернет, чтобы иметь возможность функционировать. Проверяем наличие интернет-соединения. Если вы не подключены к сети, тогда Siri рекомендует попробовать еще раз через некоторое время. Да еще, друзья, давайте договоримся, что после каждого шага вы проверяете, запускается ли Siri на iPhone или нет. Если же получилось, сразу пишем в комментариях, что именно вам помогло. Перезагружаем iPhone. Кстати, возьмите себе на заметку и делайте обычную перезагрузку iPhone хотя бы раз в месяц. Выключите и снова включите опцию «Слушать привет Siri на iPhone». Для этого переходим по пути «Настройки», «Siri» и «Поиск». Если Siri не заработала, открываем «Настройки», «Универсальный доступ», «Распознавание звуков» и отключаем эту функцию. Отключаем режим энергосбережения. Это полезная фишка iOS для увеличения автономности, но когда вы активируете режим энергосбережения, iPhone приостанавливает часть фоновых процессов и сокращает частоту обмена данными. Поэтому заходим в настройки, аккумулятор и отключаем режим энергосбережения. Проверяем, нет ли для Siri ограничений. Для этого переходим в настройки, экранное время и для проверки полностью отключаем экранное время. Если это не помогло запустить Siri, тогда переходим в настройки, универсальный доступ, Siri и активируем всегда «Слушать привет Siri». И проверяем работу виртуального помощника. Если после включения Siri работает, возможно на iPhone проблема с гироскопом. Иногда гаджет неверно определяет свое положение в пространстве, так как изначально перевернутым экраном вниз iPhone не слышит обращения к Siri. Если Siri не слышит вас или не отвечает, когда вы задаете вопрос, проверяем, работает ли микрофон на iPhone. Открываем, например, сообщение, включаем микрофон и пробуем что-нибудь произнести. Делаем жесткую перезагрузку iPhone. За ваши данные переживать не стоит, при этой манипуляции они не пропадут. Как сделать жесткий сброс, смотрите вот здесь или ищите в описании ссылку. Если описанные выше способы не помогли запустить Siri, тогда проблема может быть связана с повреждением файлов операционной системы iOS на iPhone. Чтобы исправить это, делаем резервную копию iPhone на компьютер и затем восстанавливаем iPhone, используя эту же резервную копию. Более детально, как это сделать, смотрите вот здесь или ищите ссылку в описании. Идея этого метода заключается в том, чтобы стереть поврежденные файлы с iPhone, переустановить последнюю версию iOS и восстановить данные с помощью резервной копии. После всех этих манипуляций, проблема, при которой не запускается Siri на iPhone, будет решена. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Есть вопросы, пишите в комментариях или заходите в наш телеграм-канал. Поможем решить любые проблемы. Ну что ж, друзья, увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!